По информации Минстроя Карелии, в проекте формирования комфортной городской среды в 2017 году участвовали 30 муниципальных образований. О том, как меняется жизнь во дворах тех, кто сам старается сделать свою жизнь комфортнее, расскажет Светлана Воробьева. Во дворе дома на улице Правды нашлось место и для детских игр, и для стоянки автомобилей. Территорию поделили пополам. С одной стороны обустроили площадку с горками, каруселями, качелями и турниками. С другой организовали парковку. Вокруг нее разбили цветники. Ну, покупала цветов. В принципе, это все цветы, конечно, мои. Инициатор переустройства двора на улице Правды Лариса Александровна. Это она 4 года назад организовала соседей и придумала, как сделать придомовую территорию не только красивой, но и комфортной. Лопаты в руки, грабли тоже. Скопали мы эту несчастную крапиву, срубили ее, разбили цветник, подсоединились к нам еще несколько соседей. Ну и вот с этого пошло 4 года ровно тому назад. Теперь во дворе уютно и чисто. Территорию облюбовали юные художники. Сейчас я рисую поле, символ весны, лета и тепла. Художественная студия живет здесь уже более 3 лет. Ее руководитель Анна Александровна говорит, им очень повезло. Ребята приходят, ожидают занятий, они играют на детской площадке, они уходят с занятий, и пока у них есть время, они тоже здесь играют, они здесь катаются на самокатах, на велосипедах. Двор на Правде 1А – активный участник городских конкурсов по благоустройству. Зимой жильцы украшают его к Новому году, весной высаживают цветы. Так здесь появилась туя – подарок от города. Мы специально старались мотивировать на участие собственников с двойным эффектом. То есть они представляли нам свои благоустроенные территории с посадками каких-либо пород кустарников либо цветов. А приз у нас был посадочный материал. Поэтому вот такой двойной эффект. И получается, что потом на свои призы смогли еще лучше украсить свой двор. Артур Парфенчиков и Ирина Мирошник приехали в образцовый двор по приглашению Ларисы Александровны. Ей очень хотелось поделиться своим опытом. Пример вот этот, он, конечно, должен окрылять людей и говорить им о том, что все возможно при вашей инициативе, желание. При вашем желании. Да. Гости посадили во дворе голубую ель, там, где зимой жильцы дружно встречают Новый год. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360.